Смотрите, вчера купили, я не помню, снимала она или нет, Blueberries, это черника. Она, в принципе, ничего, ну, немножко водяная. У них, в принципе, такие все продукты и овощи водяные. Мама. Потому что они и поливаются автоматически этим. Много воды льется. Вкусненькая. Лёшке нравится. Лёшка. Всем привет, дорогие подписчики! Кто-то пишет, что у меня очень грубый голос, и теперь буду говорить как блондинка с надутыми губками. Смотрите, мой завтрак какой, ребята, ю-ху! Супчик варится. Точнее, это не суп, а, наверное, щи из обычной капусты. Такие вкусненькие с мясом. Наваристые получились. Давай подальше отсюда. Ребята, всем привет! Камера была заляпана у нас. У Лёшка свои ключи. Но Лёша, это не от этой двери. Мы киску покормили. Сейчас едем опять на почту, да? Мне кажется, серый камера испугался. Вот вам и тропический шторм, который закончился. Сегодня утром рано, всю ночь был дождь. Луж уже почти нет, все высохло. Вот такая погода. Правда, сегодня не прям печет, не жарко, но это здорово, это хорошо. Да, сегодня очень классно, даже погулять мы решили будет на площадке. А мы едем, сейчас вы видите куда. Да, вот он, хороший Шевроле, новый, да? Ну да, такой свежий модель. А он еще клевый GMC был, да? Да, спереди? Да. Да, интересно. А это вот Шевроле тоже. Да, Сильверадо, какой пикап классный здесь. А это у нас Акура, Тель новая, да? А тот, может быть, не особо утащит. Вот, вот такой вот. Да. У него кожа уже салон, DVD, мониторы здесь. Да ладно. Да. Ой, Леш, представляешь, какая машина? И стоит где-то нормально 4-5 тысяч долларов. Вот этот, да? А какого года он, наверное? 2004-го. А, 4-й год. Я думал, конец 90-х. Ну да, у него дизайн такой вообще древний. Да. У меня, кстати, когда была E46 BMW, какого года она была? 2001-го. 2001-й точно, да. Пэшка, но она была очень клевая. И мы сейчас говорим про то, что этот кузов до сих пор не устарел. То есть, в принципе, он современный еще даже. Ну, такой олдскульный, да, прикольный. И даже внутри там, кстати, очень современный достаточно. Как она, интересно, там она в Питер уехала к парню, да? Он приехал тогда. Ну да, мы с ним списывались. Списывались, да. Он мотор потом. Не поменял. Мотор поменял? Вот это да. Мотор поменял уже. На более мощный он поставил. Мощный даже, да? Там стоял М54, не? Или... 6 цилиндров, какой-нибудь. 6 цилиндров. Ну, когда мы ее, по-моему, купили, мы тогда... Я после пересела после Сайен, да? Тойота, да. TC, американская машина. Ну, Тойота, да, грубо говоря. И мы тогда, как помню, сели, ехали в Москве. Вау, какая тачка. Да. Но она низкая была, там ведь же без двери. Без рамок. Без рамок, да. И зимой это было жесть. Просто открываешь машину, а дверь не открывается, потому что... Тут вот стекло, да, все примерзло накрепко. Та-дам! Мы опять на нашей любимой USPS. Знаешь, почте. Какая сегодня погода хорошая, прям кайф. Что заполняем с вами? Напиши, как тебя зовут. Все, папка нас высадил на площадке. Лёшка у нас бегит с кепочки, мы недолго, ну как недолго. В общем, будем посмотреть по состоянию, да, Лёш? На гриву твоей головы. Да, нет, ребят, потому что жарко. Все дома сидят. Здесь как все, знаете, в склеп домой забираются и сидят по домам. Нет, на самом деле, потому что жарко, в основном, я смотрю, мало кто гуляет в жару. Ну, понятное дело, перегрев будет. Зато водичка есть. А у нас вот своя бутылочка. Кто там пришел к нам? Домой все мокрые. У Лёшки гимнастика, как всегда. Все разделись, потому что просто Лёхи смотрели. Пятно же такое на кофте, пропотел. Мам, молодец. Сидела, сейчас монтировала видос, коты, смотрите, развалились. И знаете, когда вот так вот палец сводит. Вот, смотрите, он не двигается, все, его свело. Он скрючился аж вниз туда. И вот так всю ногу. Это у меня от поясницы так почему-то. Знаете, где поясница, там еще крючки у меня. И этот крючок задевает, и все, я пошевелиться не могу. И так надо сидеть минут 10. Я же пропотела за секунду, мамочки. Еще тут шарик прилетел ко мне. И котики, видели, развалились как. Виски сегодня плохо, у него что-то живот болит, не ест ничего. Или я так теперь буду жить с ним, с таким пальцем. Ребят, смотрите, кто ко мне пришел.
И Рыжик сейчас на компьютер прыгнет. Жду, пока у меня палец сейчас отпустит. Рыжка сказала, за меня чужой лезет. Я тоже смотрю, палец, видите, как скручивает. Да ладно, да это ты так умеешь не, работать. Не, они так сами откручиваются. О, видишь, перекрутил палец. Давай плоскогубцы, я сейчас тебе обратно их вставлю. Это нужно снять. Снимайте немедленно. А меня? Я видос опять не домонтировала, потому что сейчас Лёшика надо идти будить. Видели, как котики спят? Около миллиона. Я стала часто к вам обращаться. Ребят, на какое-то заразное слово пошло. Я на видео, когда монтирую, часто слышу слова «паразит», которые часто использую и стараюсь всегда их убирать из своего разговора. Ну, это слово «паразит», и я извиняюсь, если сейчас какие-то слова эти повторяю. Надо мне дать 10 минут релакса. Пойду будить Лёшика. Оставайтесь со мной и переключайтесь. Посмотрим, что будет дальше, потому что... Каждый день у нас непредсказуемый, пока вот так вот жизнь проходит в Америке. Эмигранты. Как вчера мы с Лёшкой болтали, смеялись. Кто мы здесь? Мы сейчас здесь никто, мы даже не эмигранты. У нас temporary статус, мы временные. Временные люди. Это просто смешно. Я честно не знаю, что будет дальше, конечно. Даже если мы уедем в Москву, ведь же неизвестно, одобрят нам, не одобрят эту визу. Надеюсь, вы все равно не отпишетесь от нас. Спасибо вам, то, что подписываетесь, смотрите меня. Вы меня вдохновляете. Спасибо, опять же, за идею, которую вы мне написали. Свою страничку на сайте GoFundMe. Я, опять же, ссылку вставлю под видео. Вы меня заставляете еще больше жить, двигаться, несмотря ни на что. На самом деле, немножко это страшно. Я иногда захожу в пятиминутную депрессию, думаю, что же будет, если... Don't worry, Brian, I'll save you. I'm good in a crisis. Фу, ничего не будет, все будет хорошо. Мне всегда пишут, что у меня очень грубый голос, понимаешь? Я... У меня слишком нежный голос, да? Я же девушка, у меня должен быть, как у всех девушек, такой голосок. Слышь, ты чё такой дерзкий, а? Бим! Какая борзая. Что мы делаем? Мы вырезаем купоны. Это у нас Вендис. А Венди, ты имя Вендис. Вот, наверное, девочка нарисована Венди. А может быть, кстати. Скорее всего, да? Вы не знаете, в честь чего назван Вендис? Википедия рулит. Фастфуд. Кто быстрее Википедию наберет? Быстрее пишите ответы! Клевая машина стоит, прям вот она. Антик! Приехали мы к Тукулу океану, мы сейчас находимся. У всеми любимый вот Starbucks. Но мы туда не пойдем. Мы пойдем направо. Налево мы не ходим. Чайки, да? Да. А замечу. Посмотрите, пожалуйста, ребята, у меня мужчины какая. Попку делать. Да? Да, профессиональная терапия делать. Думаю, в Москву будут всегда ходить. Не знаю, но вон у них какой. Бинокль. Красиво, ребят. Надо мне будет шляпку купить. Помните, там мерила, пожалела денег. Вау! Джунгли зовут. Кто там водится? Вот такие вот туалеты. Проходим мимо туалетов. И да, мимо проходишь и не воняет. Ни в одном туалете не воняло вот так вот, как у наших, Лёшка, в России. Нравится? Большая площадка. Шли-шли и нашли площадку. Вау! А это что такое? Здесь уже влажность намного выше, когда прямо вот около океана. Я все уже такая влажная. Руки липкие. Steady, steady, go!
Видишь, остановился. У меня штаны слезли. Штаны? Мы уже все мокрые. Лёшка весь потный, бедный. Маленький, кстати, тоже потный. Здесь парковка стоит 1 час 1 доллар. Это... Ну, монетки принимает. А, монетки только. 25 центов только принимает. Сюда с Лёшком ездить. Вот на этот там вот пляж. Потому что здесь меньше народу, видите. А мы едем вон туда еще минут где-то... 7, наверное, на машине ехать в ту сторону. Там всегда, поэтому все забито, потому что там бесплатная парковка. А здесь, в принципе, 2 часа, 2 доллара, это нормально. Мы больше 2 часов на океане никогда не высиживаем, потому что Лешек начинает бегать, прыгать, и все, и начинает домой ходить. Ему быстро все наскучивает. Землетрясение. Домой быстренько доедем. Сейчас я еду за рулем. Представляете, я села за руль, обалдеть. Поехали туда. Бэхой стоит. Приехали, в тучку заехали. Она туча, видишь, хотя смотри, длинная туда, прям длинная, вон тянется в те края. Мы приехали в Бендис. Так вот она выглядит. Сейчас будем по купонам брать. Почему мы использовали купоны? У Лёшки смотрит, какие хочет. Ты такую хочешь? Да. Икей. У него свой даже купон есть. У Лёшика. И машинка там, вертолетик. Взяли пеппер себе, очень вкусный. Картошка здесь лучше, чем в Макдональдсе и Бургер Кинге. Да, она вкуснее здесь. Бургер. Лёшке сок очень нравится. Котлеты здесь квадратные. Сейчас попробуем. У Лёшика еще тут кое-что есть. Класс, там наклеечки есть. Лёш. Мы объелись, вышли. И увидели такую красоту. Даже Лёшка сказал, красивое, да, небо? А там, смотри, синее-синее. Сейчас так сверкнула молния. Обожаю небо во Флориде, оно невероятное. Вот оно что, смотрите, тут вот наклеечки клеим. И потом раскрашиваем. Даже карандаши были в этом наборе. Класс. Лёш, покажи, что у тебя получилось. Зона отдыха. И круги, и ландыши. Ребята, вы знаете, что я уже третий день пользуюсь машинкой? Дишвошер. Всем спокойной ночи, у кого утро. Доброе утро и всем хай! С вами были мы на канале Ольга Ласточка. Всем спасибо, всем пока! Вам видно, кто там лежит? Рыжик. Спрятался котик. Вон еще один большой котик идет.